Всем привет! Нам пришла посылка. Давайте вскрывать. А у нас здесь селфи-палка для экшн-камеры. С такими вот шарнирами. Давайте примерим, что здесь можно сделать. Крутится во все стороны. Накручиваем экшн-камеру. Дальше фиксируем ее. Дальше что у нас здесь? Здесь закрутка. Вытаскивается. Три колена. И фиксируется поворотом каждого колена здесь. Примерно вот так вот. И вот что у нас получается. Селфи-палка для маленьких фотоаппаратов или для экшн-камер. Так, поворачиваем, складываем и фиксируем поворотом. Все, колено не уползает. Для чего я ее купил? Скорее всего, для того, чтобы при съемке, в принципе, я могу снимать просто камерой, но у меня все время заваливается горизонт. Стабилизатор здесь уже в Sony присутствует, стабилизатор мне отдельно не нужен, но горизонт у меня все время завален, и эта палка как бы будет помогать мне снимать более-менее ровно. Когда я буду держать так, то я буду видеть, что она ровно стоит. Попробуем сделать селфи-палку, чтобы можно было снимать видеоблоги самого себя. Поворачиваем. И вот готово. Можно проводить видеосъемки. В принципе, я доволен этой селфи-палкой. Спасибо за ваш просмотр. Ссылка на селфи-палку будет в описании. Пользуйтесь кэшбэком. Смотрите другие видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем пока.